Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами волонтер бездомных животных и приют «Творить добро» Наталья. Сегодня мне вот в час дня прислали такой вот с доставкой на дом букет цветов. Очень приятно, вот, очень, потому что, если действительно, то с вчерашнего дня я очень сильно заболела. Сегодня собрала всю волю в кулак, встала и решила, конечно, записать видео формат и поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Хочу пожелать вам искренне счастья, любви, здоровья в новом 2022 году. Девочки, я всегда говорю, я обычно всем всегда желаю здоровья. Здоровья. И это самая важная составляющая всего человечества. Девчонки, спасибо вам огромное. Этот год был очень для нас сложный. У нас было большое количество раненых животных. Но благодаря вам мы спасли десятки животных и подарили им второй шанс. Хочу сказать большое спасибо Анечке с Америки. Анечка, ваша посылочка для меня прям сделала этот год такой вот прям волшебный, честно. Я давно не получала посылок, я давно не получала подарков. И вот прям честно хочу сказать большое искреннее спасибо теплое, потому что, ну, действительно, такое вот прям волшебство на Новый год. Спасибо вам большое. Ой, большое спасибо хочу сказать Оле Горшковой, Елене Ключниковой, Сима Чуп. Спасибо за ваши теплые, искренние комментарии. Гульшарап, за ваши стихи. Вы прям вот в последнее время на нашем канале такой тоже человечек, который прям вот... У вас огромный талант, да? Но вы сочиняете их на ходу. Спасибо большое. Рита, Маргарита из Чехии, привет большой тебе. За то, что ты давно с нами, за твою постоянную помощь. Хочу сказать большое спасибо новым подписчикам, своим новым друзьям. Девчонки, вы все заходите ко мне на WhatsApp. Я очень рада, вы со мной общаетесь, вы видите, какой я человек. Поэтому, если есть какие-то сомнения, я всегда, в принципе, открыта для диалога. Маша с Германии, спасибо за Маю. Лида с Германии, спасибо за Арчика. Лена, спасибо за Максима, девчонки. Спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто с нами, кто нас, простите, поддерживает. Еще я хочу сказать всем большое спасибо за то, что вы со мной вот такие честные и искренние. Я всегда говорю, что больше всего в людях я ценю это честность и искренность. Это самое тоже такое вот дорогое, что есть в человеке, да? Ну, поэтому оставайтесь такими, какие вы есть. И еще хочу сказать большое, огромное спасибо своей Мариане. Мариан, благодаря тебе и таким людям, как ты. Я не знаю, как тебя поблагодарить. Для меня сейчас самое важное – это твое здоровье. Я очень хочу, чтобы ты поправилась, чтобы 2022 год для тебя стал замечательным и прекрасным. Я всегда рядом. Ты для меня уже как моя такая родная сестра. Спасибо огромное твоей маме. Ну, даже вот в Новый год я ухожу со слезами, да, ну вот. Ну, такой я слишком чувствительный, сентиментальный человек. Я просто знаю, что сейчас не очень все хорошо со здоровьем Маряши. Вот, и поэтому я очень прошу Господа Бога, чтобы такие люди жили как можно дольше, чаще. И вообще рождались, наверное, чаще в этой жизни, потому что таких людей, как Марианна, это единицы. Ладно, девчонки, простите за слезы, за эмоции. Это, ну, вот такая я. Из этого я состою, потому что, ну, такой я человек. Еще раз хочу сказать большое искреннее спасибо вам всем. Всем, что вы творите добро вместе со мной, что вы помогаете, что вы верите, что вы
находите время для того, чтобы комментировать, продвигать канал. Олечка Горшкова, тебе да, говорю еще раз спасибо большое. Люду свою хочу поблагодарить за то, что она есть, за то, что никогда не отказывает, и все животные, которые после травмы, они все мной везутся к людям, да, и Люда единственный человек в этом городе, который мне очень хорошо помогает. Ой. Ну, такой сумбурный, наверное, у меня поздравление, но очень хочу, чтобы вы все замечательно встретили этот Новый год. И, как всегда, еще раз повторюсь, желаю всем здоровья, здоровья, здоровья. С наступающим 2022 годом вас. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и привет и творить добро, Наталья. Всех люблю, всех ценю и всех обнимаю. Искренне, ваша Наташа.